ваше мнение по поводу евроинтеграции Республики Молдова? Как вы думаете, это будет что-то хорошее для нашей страны? В Европу? Да. А почему нет? Ну, так все говорят. Я стара, уже умирать скоро. Но так кажут, что кто до Европы, те страны, которые пришли там, ну, какие, то там не лучше. Я не знаю. Почему не лучше? Ну, смотрите, они живут намного лучше, чем мы. У них есть рабочие места, у них большие зарплаты. Ну, наши люди пенсии. Тоже идут туда, в Италию, в Польшу. Моя внучка сегодня едет в Польшу. Идут, бо... Ну, а почему? Бо в Москве да. мало грошей. А по поводу объединения с Румынией, что вы думаете? А почему? Не знаю. Ведь якось брався до Доната, він категорично, щоб не в осоединении с Румынией. Ну, а вы как думаете, будет хорошо для, вот, для ваших детей, для ваших внуков, для, в целом, для молодежи, для... Я думаю, что люди тоже как люди, что они плохи, что плохи. Ну, ай, была война, ну там, как, а немцы, ну, немцы тоже во время войны, да. немцы убивали наших русских, хоть мне, ну так говорится, Россия. Ну, то и что, а зараз то они дружат, все, то были те люди, а сейчас... Если бы был референдум, вы бы как проголосовали, за евроинтеграцию, за объединение с Румынией или против? Если бы это я бы не против Румынии. Так где с Румынией, к Румынии, а чепарелевицы? Ну, я не врю. К Румынии, ну врю, макарка с Молдаванки, да, ну врю, к Румынии. Да, Дінчака, Узінка, завтра куту історик сау, але це Альтика. Альтика, але все одно, не, а чи я така собі, що мої рива ще буде кто, а ну, Молдова, так і Сингури, к Маєльську місті. Пай приїзнають до дозі, чи обдянцюють им індепенденцію. Че со скимбат царя нас прибили? Не имею. Ну, что я еще со скимбат? Я сарата. Вам политика, ну, мавыр, я уже. А да, как не лето до реунира к Румынии? Для вас есть сусини? Ну, да, как не лето до реунира? Ну, не лето тут, ну, прияз в реуни к Румынии. Да, чего же ртать до резко? Шаг, паша, партия, Румыния, пляка. Так, я, да, все равно толкнуть. А по поводу объединения с Румынией, какое ваше мнение? Румынии, вот я не знаю. Ну, смотрите, в последние... Я помню, когда-то родители рассказывали, что... Ну, тогда с были тогда тяжелые времена. Обращались очень плохо, сами румыны. Жандармы, как вы их тогда называли. А сейчас не знаю. Ну, тогда было время войны. Времена поменялись, люди стали намного цивилизованные, образованные ну, время люди. Войны. Это уже было после войны. Но сейчас, смотрите, в последние 4-5 лет Румыния очень сильно нам помогает. Ну да, я это видел. Ну и еще в нашей стране большинство уже имеют румынские паспорта, и они могут... Да, передвигаются, да. да, это понятно. И не было бы хорошо, чтобы испарилась эта граница, так сказать, между нашей страной и ихней. И чтобы мы были большой страной, богатой. Как бы в этом... Вот границы. Может они что пусть будут, а может и нет, я не знаю. И если бы был все-таки референдум, как вы проголосовали за объединение с Румынией, за или против? Это я еще думаю. А по поводу объединения с Румынией, какое ваше мнение? Я хочу быть мой Молдавию, не хочу. Ну вот смотрите, мы уже как 28 лет независимая страна. И что-то поменялось в лучшую сторону? Пока я что не скажу, спасибо, что мне дали пенсии. До сих пор. А больше я не буду миллионером, и больше я не стану. А если бы молодежь хотела объединения с Румынией, вы бы их поддержали? Ну, вообще буду передумать по такому.